3 декабря. В этот день, в 1722 году, родился Григорий Сковорода, странствующий философ. «Странник я на земле», — говорил о себе так Сковорода. Тип странника так характерен для нашего народа и так прекрасен. Странник — самый свободный человек на земле. Он ходит по земле, но стихия его воздушная. Он не врос в землю, в нем нет приземистости. Странник свободен от мира, и вся тяжесть земли и земной жизни свелась для него к небольшой котомке на плечах. Величие русского народа и призванность его к высшей жизни сосредоточены в типе странника. Мы знаем странников, свободных духом, ни к чему не прикрепленных, вечных путников, ищущих невидимого града. Таков был Сковорода, странник-мудрец из народа. Это не мои строки, эти строки я вычитал у Николая Бердяева. Григорий Сковорода родился на Полтавщине в казачьей семье. Образование получил в Киево-Могилянской академии, затем вместе с посольской миссией посетил ряд крупных городов Европы. Вернувшись на Украину, преподавал в Переяславском, а затем в Харьковском коллегиумах. Был высокообразованным человеком своего времени, прекрасно знавшим латынь, греческий, немецкие языки, знакомым с философской и богословской традицией античности, средневековья и нового времени. Совершил странствие в Москву, пешком обошел всю Слобожанщину, побывал в Киеве. «Мир ловил меня, но не поймал». Именно в этой автоэпитафии есть Сковорода и его образ жизни. А на посошок один такой факт. Портрет человека без сребника, перу которого принадлежит выражение «сволочь монеты», сейчас помещен на самую крупную украинскую купюру, достоинством 500 гривен. По-моему, это издевательство над памятью странствующего философа. «Аще якісь масонські знаки намалювали», —